Здравствуйте! Здравствуйте! Или как говорят у нас в Манте, поселок. Поселок. Молодцы. Сегодня наше занятие называется «Игры и игрушки обских угров». По-мансийски «игра» — это «йонгл». Йонгл. А игрушка — «йонгльнут». Йонгльнут. Игра у нас подразумевает что? Действие, а игрушка — это предмет. Но игры были разные. Были подвижные игры. Были игры, которые играли дома вечерами. Как у нас игрушка вот эта называется? Кукла. А по-мансийски как она? Акань. Акань. Только вместе все. Акань. Видите, они разные. Девочка-кукла, мальчик. Вот муж с женой, папа с мамой. Ребенок где-то бегает, играет, весна на дворе. Сейчас у нас луж много, ручейков, да? Да. Кораблики запускали когда-нибудь? Да. Наши кораблики назывались лодочками. Если вот такую лодку сделаешь маленькую, она у тебя будет хорошо плавать в ручейке, значит, ты сможешь сделать настоящую лодку. По-мансийски лодка будет звучать хап. Хап. Только не резко, а протяжно. Хап. Хап. А чтобы лодка у нас двигалась, что нужно? Весло. Да, весло будет туп. Туп. Также протяжно утянем. Туп. Туп. Всевозможные вот такие вот кубики были. Головоломки. Вот такие вот вертушечки позже появились. Жужжалки. Они уже к нам пришли, чуть попозже, поэтому у них как такового названия нет. А что у нас в природе такой звук издает? Да? Нет, в природе. Какое природное явление у нас так может делать? Ветер! Правильно, ветер. Ветер? Вот. А знаете, как по-мансийски огонь? Най. Най. Земля. Ма. Как мама. Да, только протяжная. А, ма. Ма. А вода будет вид. Вид. Давайте встанем в круг. Вокруг меня. Да, вот так вот. Ты сюда вставай. Встаем пошире. Вот, сюда вставай. Пошире, пошире, чтобы удобнее было. Руки-то можно отпустить. Когда я говорю огонь, вы должны поменяться местами с противоположным человеком, да? А я, как ведущий, могу занять любое освободившееся место. И кому места не хватит, тот становится ведущим. Самое главное правило в этой игре какое? Не быть ведущим. И чем меньше раз ты в середине круга, тем лучше. То есть, тем умнее. Когда я говорю «земля», да? Ты должен назвать любое слово, которое связано с землей. Но пока ты думаешь, я считаю раз, два, три, четыре, пять. Если не успел, ты становишься ведущим. И точно так же можешь подходить к любому человеку и спрашивать его. Также, если ты, я говорю, вода, должен все назвать любое слово, связанное с водой. Когда говорим воздух или ветер, а это одно и то же, да? Нужно прокрутиться вокруг своей оси. А ты, как ведущий, смотришь, кто это сделал последний. И как он не успел, он становится ведущим. Все готовы? Давай. Ты ведущий. Подходи к любому, спрашивай. А ты смотри, кто последний. Вот он к тебе бежит. Ты последний был, теперь ты ведущий. Поняли, как играть? Да. Да, вот теперь садимся, когда пойдете на улицу, можете там поиграть сами. Огонь, вода, земля. Да. Вот. Ну, вот такие вот у нас игры. Но чтобы их хорошо запомнить, давайте повторим, что мы сегодня узнали, да? Кукла у нас как будет? Акань. Лодка? Хап. А весло? Туп. Играли с вами игру. Как она называется, игра? Огонь, вода, земля. А как у нас огонь будет по-мансийски? Най. Вода. Вид. Земля. Ма. Да, ветер как будет? Вот. Ну вот эти игрушки, как она называется? Йонгл-нут. Ну на этом у нас наше занятие подошло к концу. Я вам говорю, до свидания. Спасибо. Или, как говорят у мантии, он съел с улом.